В руках капитана Василия Васильева первый сезон и кубок команды. Бронзовые плоды труда после года напряженных игр. Награде ребята порадовались, но цель в следующем году взять золото уже поставили. Все в этом сезоне сделали все, чтобы победить. Но чуть-чуть не получилось, в следующем сезоне исправимся. Пока что третье место. Быстро атакует и забивает много шайб. Это капитан команды считает своим преимуществом. В хоккее 3 года. Навыки помогли стать нападающим, а в спорт привел дядя. Дядя решил вывести меня на коньки, и получился шрам. То есть упал, и после этого я решил стать хоккеистом. Команда у Василия сплоченная и дружная. Секрет во взаимной поддержке и любви к своему делу, признаются спортсмены. Каждый нашел на льду свое. Борьба на воротах. Я как раз вратарь. Нападающий забивает голы, он имеет большую технику, катание. Мне нравится. Мне нравится хоккей, потому что хорошее общество тут. Тут классные ребята, и хоккей – это такая игра, которую невозможно надоесть. Это напряженный вид спорта, и я очень люблю забивать много голов. Василий свой путь в хоккей только начинает, а вот Макар Новиков уже выпускник спортшколы. Посвятил хоккею 13 лет и убедился, спорт прежде всего воспитывает. Самое главное – это самоотверженность. Потом то, что всегда ты, становишься храбрым. Это я уже понял, смелым. Ну и команда. То, что команда сплочает. Вот сейчас есть у меня друзья, с которыми я сейчас также продолжаю общаться. И с кем-то мы поступаем в один университет. 431 игру провели одинцовские хоккеисты в этом сезоне. Год выдался насыщенным. Мы считаем, сезон прошел достойно. Конечно, всегда хочется лучшего. Вот, мы стараемся, максимально делать все, чтобы наши ребята развивались, наши тренеры, в общем-то, работали. Считаем, что сезон удачный. Разбор полетов уже позади, сезон завершен. Юные воспитанники получили награды и отправляются на заслуженный отдых. А у выпускников горячая пора продолжается. Сдать экзамены, поступить в университет и попасть в МХЛ – главные задачи. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».